Приветствую вас, дорогой друг. Итак, в этом видео я расскажу, как заработать с программой AdMetat. Вот вы можете видеть, это мой кабинет по заработку. Выглядит он вот таким образом. То есть это я уже зарегистрировался здесь, веду заработок. Вот здесь вот с правой стороны видит ваш аккаунт, то есть тут показывают заработок, то есть здесь вот написано в обработке, сколько сейчас долларов, сколько евро, сколько рублей. А здесь пишется сумма, которая готова к снятию. В данном случае, вот видите, тут почти 8 долларов. Здесь 56 евро уже у меня готовы к снятию. Вот. А здесь показывается статистика за последние 30 дней. Вот видите, статистика, можно посмотреть, вот наводясь. То есть, когда наводите, показывает, какое число, сколько заработано было. Голубенькое показывает, сколько кликов по вашим ссылкам проходило. Желтым это действие, там, то ли покупка, то ли еще что-то, там, регистрация там платят за что-то. Вот, и так далее. Здесь вот видите, праздники были, тут только клики. Действий не было. Вот. Как эта программа работает? Сейчас я вам все это объясню. То есть, во-первых, чтобы начать зарабатывать программой AdMetat, вот AdMetat, вам нужно зарегистрироваться по ссылке, которая будет указана в комментарии к этому видео, точнее в описании. Вот, переходите по ссылке, регистрируйтесь там. Давайте сейчас, наверное, выйдем. Итак, вы перешли по ссылке и регистрируйтесь как вебмастер. Вам нужно выбрать регистрацию как вебмастер. Будет там, вот вам предложат. Появится вот такая вот регистрация. Заполняете здесь фамилия, имя, фамилия. Выбираете юридическое лицо или там физическое, кто вы там. Ну, это физическое подходит. Выбираете страну. Вписываете email адрес. Придумываете себе логин и пароль. Соглашаетесь с условиями. Дальше переходит на создание площадки. Выпадет создание площадки. Что такое площадка? А площадка, допустим, это то место, где вы будете рекламировать ту или иную партнерку. Вот, площадкой может являться как страница ВКонтакте, может быть группа ВКонтакте, может быть канал на Ютубе. Давайте сейчас покажу вам пример. Вот, как пример, мой канал. Кстати, подписывайтесь на мой канал, ссылка тоже будет в описании. Вот. Ну, желательно там подключают площадки, как бы они там проверяют этот метод площадки. Желательно, чтобы было очень много подписчиков. Там от сотни, от 500. Вот. Вы размещаете потом на этой площадке, там подключаете партнерку, площадку эту. Создаете площадку, подключаете партнерку к этой площадке, и потом вам идет доход. Как это все работает, давайте поподробнее. Итак, что сперва делаем? При регистрации, когда будем регистрироваться по ссылке, указанной в описании, там нужно будет создать площадку. Да, еще хочу обратить внимание, если вы зарегистрируетесь по моей ссылке реферальной, которая указана в описании, можете задавать вопросы, если что-то непонятно, на почту, там, в комментариях пишите, все отвечу, помогу, вот если что-то будет непонятно. Вот. Итак, создаем площадку. Нужно создать площадку. Мы нажимаем вот добавление площадки. Выбираем наш тип площадки. То есть, что это такое, веб-сайт ваш будет, или там контекстная реклама, социальные сети. Это если у вас ВКонтакте там группа или еще что-то. YouTube канал. Если у вас YouTube канал там свой. Допустим, давайте YouTube канал выберем. Ссылка на канал. Сюда вставляете ссылку на свой YouTube канал, название канала. Выбирайте регион, там Россия, там еще что-то. И выбирайте категорию канала. О чем он там, категория? То есть, ну, смотрите, как бы, какая у вас категория там, канала там, допустим. Онлайн-игры вот есть, видите. Так. Выбирайте категорию своего канала. Софт-игры, вот видите. Подберете что-нибудь.
раз повторю, если непонятно что-то, ну, обращайтесь. Покажу. Так, и информация о канале. Тут что указано? Так. Здесь, в общем, можно писать следующее. Пишите такое. У меня есть YouTube-канал. Я выкладываю видео на своем канале и буду прикреплять комментарии, ссылки. Вот. Можно там трафик указать, какой у вас там идет. Но это потом. Там, менеджер, если вам добавится, он будет спрашивать у вас. Сколько, что там. Предоставьте там данные по каналу. Там, трафик, сколько людей переходит там и так далее. Вот, и добавляете площадку. Вот у меня, видите, уже добавлено несколько площадок. Вот YouTube-канал. Добавлена площадка заработок с YouTube, то есть это группа ВКонтакте. Вот, и после этого, выбрав площадку, мы переходим, можем перейти на... Так, ну, площадку, допустим, да, вот мы выбрали, допустим, YouTube-площадка. И выбираем программу. Заходим в мои программы. Точнее, не мои, каталог программ. Вот здесь, в общем, весь каталог программ. Тут сайт, на самом деле, очень такой немножко запутанный. Тут надо разбираться. Сперва, как бы, ничего не понятно. Что, что делать. Вот. И здесь, допустим, вот есть такая программа AliExpress. Тут, да? Вот. На самом деле, Admetat работает с очень многими программами известными. Компаниями типа вот Booking, там у них есть Техносила, вот также есть и Юрмал, тут инструменты, то есть, ну, много всего. И давайте рассмотрим вот, программу AliExpress. В принципе, она ко всем площадкам добавляется, тут без проблем, без модернизации там. А вот видите, AliExpress, вот видите, у меня уже сотрудничество с компанией тут горит. Тут эта заявка вот подается. Заявка, здесь вот нету ничего, то есть подробнее там можно узнать. Итак, что мы видим из этой площадки с AliExpress? А то, что она платит, вот, оплаченный заказ. Здесь платится дни, сколько это, 70 дней модернизации идет. Модерация, точнее. И платит она 8,5% с покупки. Если у вас купили тот или иной продукт, платит она 8,5% с этой стоимости. Здесь можно узнать подробнее, вот нажимаем подробнее. Вот. Здесь тоже показывается там разная информация. Здесь вот тариф, оплаченный заказ. Вот видите, здесь регионы, с каких регионов. Ну, в принципе, там очень большое количество регионов, с каких там производят оплаты. Вот и категория интернет-магазина, товары из Китая. Здесь также есть правила, вот обязательно правила. Обращайте внимание на них. Виды трафика, которые воспринимает данная площадка. Что можно, что нельзя. Вот видите, тут мы видим. Реклама в социальных сетях. Вот видите, можно. Где-то здесь был про YouTube канал. Написано, что тоже можно. Тут почему-то нету. В принципе, можно отнести YouTube канал тоже к социальным сетям. Тут отдельно было строкой, то есть YouTube канал. Сейчас почему-то нету. Вот. Правила тоже читайте, то есть соглашайтесь. И вот там под, здесь вот будет кнопочка. Здесь у меня просто подключено уже, а тут у вас будет там, подключить. Вот, после того, как вы подключили эту партнерку, вы ставите, заходите к себе. Не к себе, а просто на AliExpress. Вот, мы можем сейчас перейти на AliExpress. Вот, выбираете, допустим, товар там, ну, любой, как вы хотите. Стоимостью, вот видите, 300 рублей. И чтобы нам получить на него ссылку, по которой будет переходить люди смотреть, мы, чтобы получить ссылку, переходим вот сюда вот. Ставим разрешение такое от Admetat. И оно нам выдает ссылку. Вот. Мы этот код копируем и вставляем к нашему видео. Так, сейчас мы перейдем к нашему видео. Вот, допустим, у меня вот, видите, есть видео «Ручка, бьющая током». Мы переходим к этому видео. Человек смотрит, хочет себе купить такую ручку. И
здесь мы в комментарии пишем, вот, приобрести такую ручку можно здесь, и ссылка на эту ручку. То есть, если человек перешел по этой ссылке, купил данную ручку, то вам админтат платит денежку. Вот. Будет у вас появляться, сейчас перейдем. То есть, вот будут у вас появляться такие вот заработки. Вот они все, видите, могу выделить, что это не картинка, ничего, вот это выделяется все. Это реальный заработок. Вот это вот клики, видите, написано клики, это клики по ссылкам, по которым люди переходят. И вот это вот действие, это то, что люди делают там. И заработок, соответственно, идет. Программ очень много. Есть программы не только AliExpress, есть, то есть тут и игры есть, и другие партнерки, там магазины и так далее. Давайте вот, хотя парочку игр сейчас найдем. А вот игра, кстати. Вот, игра. Игра платит за регистрацию в игре. То есть, видите, до 30 дней обработка и платит 20 рублей за регистрацию. То есть, если вы выложите пост с какой-нибудь игрой, там подписаться, то вам заплатят. Если человек перешел и зарегистрировался, вам заплатят деньги. Также есть тут и War Thunder, который платит, вот видите, активный игрок. Если подключить, ну, зарегистрировался, платит 190 рублей. Активный игрок 2. Тут, видите, регистрация 0 рублей платит. То есть, что такое активный игрок? Это игрок, который играет в игру, то есть, ну, не просто регистрация, а он должен именно играть в нее, то 20 рублей. Если активный игрок 2, это значит, человек играет, что-то покупает там, премиум, там, аккаунт и так далее, то получает вот эти вот денежки. Есть также World of Tanks, вот платят тоже. Модерация до 30 дней и доллар 50 платят за регистрацию. То есть, человек это просто пришел, зарегистрировался и вам заплатили вот доллар 50. Что такое 30 дней модерации? 30 дней модерации – это значит, что если человек, допустим, сегодня пришел, зарегистрировался, то вы сразу деньги не получите, а получите их только через 30 дней, после того, как пройдет модерация. То есть сделано это для того, чтобы отсеивать, так сказать, всякие накрутки, там, способы. То есть, если вы сами начнете регистрировать там левые аккаунты, так сказать, по кругу, там, то их там, скорее всего, обнаружат и не дадут вам заработать. То есть такого делать не надо, подключать вам всякую партнерку, толком вы не заработаете. Вот, видите, тут даже тут есть, то есть покупка билетов. То есть авиа за авиа покупка билетов 130 рублей, за ЖД 117 рублей. То есть вот такие вот разные виды, так сказать, трафика оплачиваются. Вот, так что если хотите зарабатывать так, получать деньги, да, деньги тут выводятся, вот вывести деньги можно как на банковскую карту, там, PayPal, вроде даже и WebMoney они платят, то есть можно выбрать даже в какой валюте будет уплачивать, там, в долларах, в евро, в рублях, то есть это все, что у вас есть, это все переконвертируется и придет вам в той сумме, которую вы хотите получить. В общем, работайте с Admitat, всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будет много интересного, расскажем про все заработки в интернете, пока-пока.